Табата – это одна из уникальных систем интервальной тренировки, развивающей выносливость и ускоряющей метаболические процессы в организме, что в итоге приводит к избавлению от лишних калорий. Наш комплекс будет состоять из двух упражнений, которые мы будем делать попеременно с отдыхом. Давайте начнем. Первое упражнение Burpee, которое мы будем выполнять в течение 20 секунд. Делаем глубокий присед, руки на полу, переходим прыжком в упор лежа, затем отжимание, возврат прыжком в присед и выпрыгивание из приседа вверх. Это упражнение дает нагрузку на очень большое количество мышц, такими как квадрицепсы, бицепс бедра, ягодицы, икры, мышцы груди, трицепсы, дельтовидные мышцы и, конечно же, работает пресс. Теперь отдых 10 секунд. И второе упражнение – это классическая планка в упоре на предплечье. Выполняем его в течение 20 секунд. Это одно из самых распространенных статических упражнений для укрепления мышц живота. Она заставляет работать не только мышцы живота и плечевого пояса, но и мышцы всего тела. Следите за тазом, он не должен провисать, и очень важный момент – не нужно задерживать дыхание. Отдых 10 секунд и снова переходим к упражнению Burpee и затем к планке. Таких нужно сделать еще 3 подхода. Повторяем те же самые упражнения еще в 3 подхода. Помним, что все упражнения мы делаем по 20 секунд. Самое важное, следите за правильной техникой, и тогда вы получите отличный результат. Задача выполнена, вы молодцы!